Приветствую зрителей, подписчиков, хейтеров, всех тех, кто смотрит мой канал Иван Американ. Хочу рассказать о своей новой работе. Первая моя работа была в детеншене. Я занимался уборкой помещений и заработал чудовищные $13 за 13 дней. То есть в день я работал по часу примерно. Сегодня я вот вышел на следующую свою работу, уже, как говорится, на свободе, с чистой совестью. Занимаюсь тем, что загружаю мусор вот в такой прицеп. Здание изнутри выгорело. Моя задача — очистить это здание от мусора, снять обшивку со стен, ну и подготовить его к ремонту. Также будут демонтированы вот те кондиционеры, внешние блоки, которые стоят на крыше и которые также после воздействия огня вышли из строя. Сейчас покажу изнутри. Ну, во-первых, это прицеп. Вот такой вот прицеп здоровый. Я его сегодня весь загрузил. Ну и сегодня мне удалось очистить несколько помещений. Вот эти помещения. Снял обшивку. Ну и вот здесь. Ну, хочу, пользуясь случаем, пожелать всем отличного настроения, предновогоднего, хорошего Нового года, счастливого. Берегите себя, своих близких. Подписывайтесь на канал. Всем пока!